Так получилось, что я работала в Пятерочке на кассе долгое время в городе Колпино. Он все ходил ко мне на кассу. До свадьбы мы встречались почти полгода. Ой, так это мало очень. Да. А какой он по характеру? Добрый очень, отзывчивый. Наталья Рогаткина, 23 года, вышла замуж по большой любви. Муж на 18 лет ее старше. Свои чувства друг к другу приходится постоянно доказывать маме, родственникам, друзьям и всему свету. Он с букетом 100 роз пришел на кассу во время такого даже час пика, можно сказать. Движение на моей кассе вообще парализовалось. Пчелы кусали когда-нибудь? Да, ухо в лагере в детском раздуло так, что вообще спать даже не могла. Здравствуйте. Вот у нас девушка хочет признаться в любви своему мужу и сделать что-то такое смелое. Боится насекомых? Не теряйтесь, нужно расслабиться, стишок какой-нибудь, песенку про себя, а можно немножко в полуслух. Я тучка, я вовсе не медведь, а как приятно тучки по небу лететь. Нет, вставать перед литком, обязательно должен быть дымарек. Дымарь – это спасение пчеловода. Мы подкуриваем, они не могут жалить. И вот сейчас посмотрим, что тут у нас с этой семеечкой. Вот возьми эту рамочку, я ее уже отцепила, чтобы... Наташа вместо песенки и стихов постоянно повторяла про себя слова, которые скажет любимому после такого испытания. И, видимо, так сконцентрировалась на будущем признании, что забыла застегнуть костюм. Пчелы такого не прощают. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Да она там. Ну, подожди, сейчас. Ой! Чего, ужалила? Все, да, уже теперь уже можно не орать. Уже ужалилась. Ой, вот сама виновата. А чё ж ты не застегнула? Вот чудушка-то, ну. Ну, правильно, испытывать себя на 200%. Наташ, по-моему, безумно страшно. Я не знаю вообще, как ты держишься. Мне кажется, что меня кусают каждую секунду. Но когда она в меня внутрь под этот навес залетела, это было вообще ужас. Я испугалась на все 100%. Очень-очень было страшно. Сегодня совершила, наверное, такой поступок, который никому больше не пожелаю. И пчела под сетку залезла. Хочу прожить с этим человеком очень долгую, счастливую семейную жизнь, чтобы у нас было много детей. Ром, я тебя очень сильно люблю. И все эти пчелы тоже, наверное, хотели тебе об этом сказать сегодня.